Сейчас мы с вами приготовим легкий диетический тортик без выпекания. Что нам нужно? Смородина черная. Делаю все на глаз. Такой вот простоквашино мягкий творог. Здесь 130 грамм. И вот здесь у меня еще обычного творожка осталось. Не знаю, тоже грамм 50-70. Корица и мед. Все это смешиваем. Это у нас будет начинка. И все перемешиваем. Еще раз повторюсь, на глаз кладу. Рассказываю рецепт как идея. Идея для тех, кто хочет готовить что-то сладкое, но низкокалорийное. Так, перемешиваем. Добавила сюда еще столовую ложку овсяных отрубей. Вот такие вот у меня овсяные отруби с черникой. Доктор Диас. Продолжаем перемешивать и сейчас начнем собирать торт. Из чего будем собирать? Вот такой вот десерт, слоеный десерт с морковью без сахара. Он свежий, кстати, свежий, он немножко будет помягче. Вот он 21.06, вообще свеженький. Ну, нам, в принципе, это не так важно. То есть вот такие вот слоеные полосочки вместо печеней. Полет делает. Есть семечком, есть с морковкой, но я взяла морковную. И сейчас будем выкладывать по типу слой. Ну, пусть назовем печенье, слой, начинка. Первый слой сделаю немножко начинки, чтобы можно было наши печенья, скажем так, прилеплять. Вот так вот они выглядят. Вот мы с вами сделаем. Так. Так. Чтобы он так немножечко прилепилось и не колдобенилось по всей тарелке. Так. Вот так. Вот он будет у нас вот такой вот. Вот такой вот. Следующий слой начинки. Так, вот так не скупимся начинки. И дальше сверху следующий слой. Опять эти. Так называемые печенья, но это сейчас покажу вам поближе. Вот такая вот слоеная штучка без сахара. Следующий слой. Опять у нас начинка. И вот так выкладываем, пока у нас не закончится. Что-то, либо начинка первая, либо печенье. Не хочу называть их печеньями. Ну да ладно, ладно. Это у меня последний слой, мне не очень хватило начинки. Но ничего, здесь будет как красиво. Единственное, только я вот молочком сейчас мою тару, где начинку делала, вот так вот сполосну. И немножечко пропитаю верхний слой вот этим. Сейчас покажу, чем дело кончится. Так, вот такой вот тортик. Все, оставляем его пропитываться. После того, как он пропитается, мы с вами придумаем, как его украсить.